пожарила рыбку и делаю пюре, мои любимые. У нас сегодня с вами прощённое воскресенье, 22 января 2023 года. Не забудьте поздравить Петра и Филиппа Бедросовича. Очень красивая рыбка получилась. И пюрешечка тоже классная. Как я люблю. И не сухая, и не слишком влажная. Очень-очень классная. Как раз как мне нравится. Спит. Рита, ты спишь? Жизнь удалась? Уже вылазят козявочки. Их уже не поймать, знаете. Поймала. Ну-ка иди. И ты иди. И мамочка иди. Опа. Давай к маме. Иди к маме. Моя красоточка любимая. А я сегодня стираю, убираю, намываю. Кушать готовлю. Попросила Юльку пюре только потолочь. А так все сама делала. Целый день какая-то непонятная суета. Хотя воскресенье. Надо отдыхать. А этот что-то скрутился. А это нормально. Как они выросли уже с мой рост. Ладно, буду кушать, мои любимые. Всем покушаю. Приятного аппетита. Показала вам Юлькина. Это мое. Я взяла только одну рыбку. Правда, не хочется много, потому что я хочу с селедкой и с этой, с капустой. Очень люблю с селедкой. Я ее, короче, в банке забабахиваю. Ну, кладу, потом прокладываю луком зеленым, свежим этим репчатым. И затем заливаю маслом. И так она стоит в холодильнике. И можно ее есть. Она очень-очень вкусненькая. В любой момент берешь. Обожаю пюре. Я люблю с соленой капустой. И люблю вообще с соленостями. Там, с огурцами, с помидорами. Вот с помидорчиками хочу. Вот открыла помидорчики. Сейчас буду доставать. Что-то так захотелось с пюре. Именно помидорчиков таких. Давай. Так. Котик мой. Да, я всегда рукой достаю. Так. Еще. Себе. Сейчас попробую, скажу вам, вкусно или нет. Очень вкусные. Кисло-сладенькие. С пюрешкой вообще вкус детства. Знаете, у меня мама всегда и бабушка закатывали такие помидорчики. Прям улетаешь в детство. Что мне уже и селедки не хочется. Обалденно. Очень вкусно. Я даже с вами еще не здоровалась. Не знаю, может, я
лохматая в этих уборках, стирках. Потом на улице была, не знаю, что у меня на башке вообще, но все равно поздороваюсь. Кофе. Люблю вас, мои хорошие, всем, кто кушает, приятного аппетита. Спасибо, что вы есть. Хочу и рыбку попробовать тоже, сказать вам, если она вкусненькая или нет. Ну-ка. Ну-ка. Обалденно вкусненькая. Непередаваемо. Реально. И помидорчик. Только холодные. Чем помидоры, а пюре горячее. Такой контраст. Обалденный. Пойду гляну хоть, что у меня на голове. Еще люблю очень икру и молоки. То есть люди вообще не едят. А я обожаю. Времени уже 5 без 10. Да, посмотрела, лохмоватая немножко, но более-менее. Показала вам свой завтрак, обеда, ужин. Всем приятного аппетита, мои родные. Помидорчики зашли, и рыбка, и пюрешка. Все понравилось. А селедку не буду, не хочу, передумала. И капусту не хочу, когда помидорчики открыла. Все. Очень вкусно.